Привет, наши дорогие! Я уверен, что после просмотра данного видеоролика большая часть нашей аудитории, конечно, за нас очень сильно порадуется и поздравит. Но, конечно же, найдутся и те, кто отправит нам порцию хейта, как было вот в этом вот видеоролике. Важно сказать о том, что мы никогда не говорили в своих видео, что мы покупаем квартиру. Никогда не говорили. Мы говорили, что мы хотим, мы смотрим. И именно в Турции мы про это говорили. В России мы тоже смотрели, но никогда не говорили, мы покупаем, что вот все точно покупаем. Такого не было никогда. Но в этом выпуске действительно мы перестанем быть бомжами и реально купим квартиру. Мы покажем весь процесс сделки от начала и до конца. Расскажем, какие условия нам дали. Покажем конкретно, какую квартиру выберем. Посмотрим ее изнутри. И выпуск будет очень интересный. Поэтому, ребятки, с вас лайк, комментарий, подписочка, репост. А начнем мы с предыстории. Своя квартира в Турции – это была наша давняя мечта. Но мы даже и не думали, что так быстро придем к ней. Началось все в 2018 году, Кемер, отель, все включено. Тогда подумали, вот бы здесь жить. Затем 2020 год мы решили пожить месяц в Анталии, не понравилось. Потом месяц мы жили в Алании в различных районах и тоже не понравилось. Сплошной бетон, огромнейшее количество наших, плохие пляжи, в общем, не зашло. Все-таки Кемер нам запал очень сильно в душу. И вот мы снова тут, но уже на своей машине. И вот возвращаемся и возвращаемся. В 2022 году мы познакомились с викингами и поняли, что именно у них мы хотим купить когда-нибудь свою квартирку. И вот 24 год, и мы это делаем. Я до сих пор не верю. Сейчас все дружно, мы поедем, значит, посмотрим этот комплекс и ты уже... Пошел при... прямо снимать. Ну и что, это живые условия. Под газонокосилку. Вместо музыки. И определимся уже с Настенкой сейчас конкретно с квартирой, что мы будем покупать. Естественно, берем с собой детей, потому что это все, ну, немаловажно, да, парни? Поможете нам выбирать? А уж она уже построена? Нет, ее только строят. Мы будем брать бетон, пацаны. Мы едем, Артемка спрашивает, дом или квартиру. Я говорю, пацаны, квартирка будет у вас своя в Турции. Классно. О, прогресс, прогресс идет. Слушайте, сейчас покажем еще. Да, здесь еще речка же рядом. Да, здесь речка, каньон. Вот он комплекс наш будущий, где мы будем жить. Бассейн будет? Конечно. Три бассейна, Родион. Целых три бассейна для вас. Сейчас покажу, вот, что мы смотрим, какие мы смотрим, сейчас там пройдемся. Итак, друзья мои, смотрите, это схема. Изначально мы хотели вот эту квартиру. Вот он, блок, вот эту. А сейчас мы думаем, пойдемте, что мы все-таки рассматриваем вот этот блок Б. Блок Б, вот эту вот угловую квартиру. Собственно, смотрите, у нас будет, ну, судя по схеме, я надеюсь, что все действительно это будет так, у нас с этой стороны будет собственный выход к бассейну. Вот здесь будет два бассейна таких тонких. Вот смотри, это вот получается край, где терраса будет. А. Здесь еще отольется терраса. Вот здесь терраса будет, да. Дим. Да. Вот здесь. Да, прям вот здесь. Ага. Вот видишь, как идет край вот этот? Да. Может даже есть возможность, может быть будет возможность даже вообще сделать вот большую такую, такую, да? Вровень фасад сделать, окно такое здоровое. Но. На два этих. Слушай, ну этажа. Прикольно. Кого интересует толщина стен? Почему мы берем угловую? Потому что у нас вообще не будет соседей, и слева, справа нигде дерево, не будет. Тут, кстати, дерево, вид на дерево будет. У нас вот будет вид на каньон, да. И на елку новогоднюю будем ее украшать. На Ликийскую тропу. Вот второй вид, а, слушай, вот из здесь, окна. Вот, здесь вообще... вот. Смотрите, какой у нас будет вид, Настена. Ты только посмотри. Знаете, как здорово. Здесь же сразу вот будет у нас бассейн. Вот, смотрите. Ой, извини, сынок. Вот по схеме. Вот он басик. То есть он вот тут будет начинаться и туда вот вдаль идти. Плюс вот отсюда будет выход на второй бассейн. Вот он уже строится. Вот. Это вот он. Получается второй басик. Ну, вообще прикольно. Короче, пацаны, вы будете в трех бассейнах сразу. По каждому, для каждого. Вот, собственно, вот наша квартира. Это вот будет... года обещают сделать. Это будет непосредственно подъезд.
Вот, и уже на второй этаж. То есть у нас будут соседи только сверху. В общем, ребятки, вот, скорее всего, посмотрим чуть позже, на чем мы остановимся. Вот в этом блоке уже сделана эта квартира, вот про что мы начали там говорить. Это которая вот изначально я хотел, но ее забронили уже. Окно все-таки есть. Пошлите, парни, только очень аккуратно. Здесь, получается, ванна с душевой будет. Вот оно, окошко. Далее, вот эта вот комната первая. Ну, какая-то спальня, либо это будет все-таки детская комната. Вот я хотел, видите, завид какой взять, посмотрите. Но, а здесь уже каньон не видно. Ни с той комнаты, ни с той комнаты. Да. Вот, то есть у нас получается, если мы все-таки на той остановимся, то у нас даже вид будет получше. Дальше гостиная. Гостиная с окном, пожалуйста. И еще с большим окном, и еще с большим окном. Вот здесь, типа, смотри. Здесь терраса будет. Можно сделать кухню вот такую. А здесь перегородить, и за счет увеличения до вот этой вот стены, вот она получается, до вот этой перегородки, то есть нарастить и сделать большую кухню-спальню. Все, понял. В общем, вот останавливаемся на этом варианте. Все, мы походили в другие, посмотрели, все, нет. Вот прям здесь вид. Сюда, здесь бассейн. Вы представляете, какая крутизна будет? Здесь еще из туалета, из нашего, будет вид на гору астероид. Из туалета. Вот так вот. Будешь сидеть и смотреть на астероид. Да. Нет, ну из подъезда вообще тут красота. Но здесь, я так понимаю, какое-то что-то будет. В общем, не знаю. Пойдем в дуплексе посмотрим. Да. Кто будет жить над нами вот в этом дуплексе 3 плюс 1? Офигеть. Это просто... Это подъезд. Тут заход в квартиру уже тут. Да. Хотя нет. Нет. А, вот здесь, да, наверное? Да, вход, да, да. Вот да. Здесь, вот здесь один туда, вход, во второй вход. Смотрите, как у них будет терраса. Вот терраса. Бам! Смотрите, какой вид. Вообще. И вот, кстати, их лестница. На второй этаж. Да. Это вот двухэтажные квартиры будут. Смотрите, как супер. Пока крыши просто нету. Это просто офигеть у них будет, гляньте. Вот это я понимаю. И ты даже будешь видеть здесь этот астероид. Море видно. Смотрите, вид на море, вид на астероид, на горы, на Тахталы даже виднеется, каньон. Вот только попробуйте написать в комментариях, что квартиры какие-то не такие. Да вы чё? Вот это поворот. Слушай, ну это, конечно, круто. Смотри, море полностью видно. Чем его получается. Начало ж, смотри. В этой точке видно все. Это не занято, Треха? Это не занято еще. Ну, в общем, ничего не буду говорить. Кто по-быстрому сориентируется, тот ухватит лакомый кусочек 100%. Как же здорово утром проснуться. Вот так вот тепло, выйти просто в свой любимый двор. И вот так вот просто, ребятки, взять. Фух. И нырнуть, и вынырнуть с прекрасным видом на Тахталы. В общем, погнали. Ну, у нас вода уже в бассейне, даже теплая. Да. Ох, какой флюродик. Ну, собственно, ребятки, да, вы уже поняли, что мы выбрали. Еду я сейчас уже подписывать все бумаги, договора и прочее, что там необходимо подписать. Конечно, обязательно досматривайте до конца выпуск. В конце именно покажем нашу квартиру будущую, да, какой вид будет из нее. Как это все будет вот сейчас на этапе. В общем, сейчас все покажу попозже. Я на месте перед отелем. Здесь же офис. Кто давно смотрит, знает, что здесь офис. Жду сейчас Диму. Он подъедет, и пойдем уже все финально договариваться о цене, о финальной цене, за которую мы купим эту квартиру. И подписывать все документы. Вот и Дима подъехал. Здорово. Мы тут в офис пришли. А Ибрагим чилит. Это называется по-турецки чил. Чил. Люди никуда не торопятся, не спешат, просто да. Книжку читают. А мы смотрим, что он делает. Так, ютубчик.
You are open door man. Welcome. How are you? Good. Hello, my friend. Merhaba. Good to see you. Merhaba. Hoş geldin. Are you make also? Yes. Sorry. Yes. Shall we go inside? Yes. Yes, please. Да. Не дрейф. Дима все сейчас объясняет. He already sold his apartment in Dubai. In Dubai, yes. But he going to live here. Небольшой презент в новой квартире. Сделать это ваша внучка. И деткам подарки сладкие. Хотели шампанское, сегодня не продают. Спасибо. Так очень рады, да. Наконец-то живую на вас посмотрели. Да. Спасибо, очень приятно. Мы с мужем смотрим. Как бывает вообще, нифига себе. Я ж это... Ну ты явно не ожидал, да? Я вообще попутал. Нет, вчера она подошла, я говорю, можно будет сфотографироваться? Я говорю, пожалуйста, давайте сфотаемся. Говорит, а как со Славой встретиться? Я говорю, ну мы завтра, говорю, приходим вот в 3 часа как раз в офис обсуждать там условия. Я говорит, ладно, я тогда приду. Ну то есть я-то знал, что... Ну конечно, ты не знал. Вот так вот. Мы прям решили заценить, вот как подписываем документы под новую квартиру, что подарили нам в новую квартиру уже, понимаете? Это, видимо, плед. Плед. На кровать. Да. Вот. И сладости здесь. Да, сладости. Вот. Так, видно? Вот. В общем, спасибо большое, если смотрите. Огромное спасибо. Вот. Обычно в дом первую кошку запускают, а мы плед. Ну, кошку тоже можно. Вообще безумно приятно. Кто разводит кошек, обязательно одну для славян, а для новой квартиры. Кошку нам не надо. Вот эта квартира, она 51 метр. 51,3 метра. Вот. С балконом. Да, вместе с балконом. Балкон 10. А сверху трешки. Да, но то, что Ибрагим тебе как раз предлагает, дай, пожалуйста, ручку. Что он говорит, я знаю, что у тебя трое детей, и в принципе теоретически мы можем что сделать? Мы можем, здесь видишь, очень хорошие идут балки, да? Мы можем вместо балкона тебе поставить сюда вот такое же, например, окно, да, витражное полностью. Здесь вот это окно убрать и сделать вторую спальню. То есть будет одна вот такая спальня, а вторая будет вот спальня вместе, которая с балконом. А здесь оставить небольшую кухню. Подумали, что мы еще с Настенкой это допинаем, что мы вот здесь вот поставим перегородку, и здесь будет еще одна комната с выходом сразу на балкон, и это будет детская. То есть есть такая возможность, 51 квадрат, в принципе, это действительно какая-то двушка. Вот у кого какая площадь в двушке, напишите там в комментариях. И, конечно, сейчас мы тут доразговариваем, покажем уже вид из нашего будущего окна и балкона. Я уже в машине, наступило то утро, когда мы сделаем этот шаг, и я вот уже еду в офис для того, чтобы все, ребятки, подписать все вот эти вот документы, договора, что за пакет документов у меня будет, сейчас, естественно, тоже покажу, как это вообще все выглядит. Интересно, конечно, самому безумно, потому что, ну, мы никогда такого не делали, а тем более в Турции. Но я очень надеюсь, что вот именно сегодня, сейчас наша давняя мечта осуществится. И я сейчас езжу в офис, все подпишу, а потом заберу всех и финально вам все-таки покажу, какую мы выбрали квартиру. Все скажу, почему и о чем мы конкретно там уже договорились в плане квартиры, ремонта и так далее. Волнительно. Мне вот тут дали уже договор купли-продажи. Здесь, ну, кто продавец, кто покупатель, что здесь еще указано. Где продается объект, информация, то есть о недвижимости. Это что, счета получается, да? Да, это счета, на которые можно оплату производить в лирах, в евро, в долларах и в рублях.
Фух, здесь, в общем, сама цена квартиры фиксирована в долларах. Здесь также способы оплаты различные. Сколько я внес депозита указано. Сейчас, короче, очень аккуратно все буду изучать. Здесь на английском языке, на турецком и на русском. На трех языках переведен, что очень хорошо. Здесь также в договоре, смотрите, очень крутой пункт, о чем вот я хотел. В цену продажи недвижимости входит вся мебель, вся бытовая техника, все ремонтные работы необходимы для того, чтобы увеличить балкон. Про балкон сейчас чуть позже покажу после подписания. И добавить его в комнату, то есть площадь расширить. А также землю и помещение общего пользования. Вот, короче, это очень круто. Вот мы и в офисе. Все, надо вот тут вот поставить закорючку. Так, что нужно? Подпись и... На каждой страничке подпись. Окей. Я свою половину выполнил. Теперь дело за главным человеком. Вот все это дело строит. Yes. Ну где, разница? And you will get Turkish hug. Turkish hug, it's like this. Yes, welcome. Thank you very much. Yes, my friend. Вот вы стали свидетелем, я не знаю, историческим такого события, я не знаю. Это вообще офигеть, я прям, я не верю. Я, Слава, тоже тебе пару слов добавлю. Ну, во-первых, поздравляю тебя. Спасибо. Да. Во-вторых, хотел я сказать, что ты теперь викинг, ты теперь в семье, а вокруг... Официально. А вокруг хейтеры. Сейчас в комментариях и узнаем. Теперь надо ехать срочно показывать вам, что мы задумали по как-нибудь такой перепланировке. Фу, офигеть. О, ребятки, какие же мы... Довольные. Довольные и наоборот. И довольные, и напуганные. Напуганные, да. Что мы вообще делаем, что мы вообще сделали? Выдвигаемся сейчас уже непосредственно на нашу новую квартиру. Сейчас покажем, все расскажем. Я уже надоел за этот выпуск говорить, что вот сейчас. Вот, и заодно сейчас все подробно расскажу по условиям. Слушайте, просто офигеть. Мы вот вчера приезжали. Смотрите, у нас в квартире не было стен, не было окон, а сейчас уже все есть. То есть вот мы можем даже сейчас походить, уже посмотреть. Здесь есть дроба. Здесь поставили уже стены, входную дверь. Прикиньте, вот это просто вот так за один день сделали. Короче, что мы решили? Мы будем брать эту квартиру, потому что у нас будут потрясающие вообще виды вот на каньон. Шикарный, на гору. И здесь нам одобрили, смотрите, вот так вот будет полностью терраса. Вот так вот все зальют. За счет этого мы где-то квадратов 10-8 мы увеличим. И здесь сделаем полное панорамное остекление. Вот именно в этой квартире. Да, слушайте, я так доволен, что уже все вот так вот прям офигеть. Слушайте, ну вообще... Очень быстрая история. Здесь тоже будет стена, перегородка, окошко. Вот как мы и говорили, астероид у нас будет виден. Опа, вот так вот. Кухня. Кухня, большая гостиная. Блин, я уже все, ребята, я уже здесь живу на самом деле. Эх, вот так вот. Что касается по условиям, я думаю, вам точно это интересно. Нам сделали небольшую скидку из-за того, что у нас был небольшой первоначальный взнос. Был всего лишь, ребятки, 10 тысяч долларов. Поэтому скидку большую мне сделать, к сожалению, не смогли. Обычно это суммы больше, либо вот кто-то делает больше, потому что у них есть этот кэш. У меня такого кэша нету. У нас есть только 10 тысяч долларов. Вот, собственно, нам нужно сейчас их отдать. Вот, собственно, видите, 10 тысяч долларов. Ну и получается, все накопленные денежки в виде 10 тысяч долларов мы отдаем, остаемся без денежек и с видом на стройку. Да, зато есть стимул работать дальше. Да, это, собственно, первый платеж, про что я говорил. Это вот спецусловия для меня мне дали. Обычно, конечно, первак он больше, но у меня больше нету, а желание купить, конечно, очень максимальное. Мне дали шикарнейшую рассрочку на 3 года. Беспроцентная рассрочка на 3 года. Со свободным графиком. То есть, например, в течение 2 месяцев я могу вообще ничего не платить, а потом, например, какую-то часть заплатить. И все это на 3 года. Просто представляете? Поэтому, конечно, какую-то классную цену я не особо получил. Но
перестройка, перепланировка, остекление, увеличение всей площади. Прикиньте, это уже все будет и включено. Короче, мы довольны. Настена, как тебе наша квартира? И уже, смотри, почти достроилась. Офигеть. Смотрю, как подписали договор, они сразу начали, да? Слушайте, за сутки просто всю кладку здесь замутили, блин. Я, короче, в шоке. Все, ребятки, поздравляйте. Мы прямо сейчас отправляемся уже отмечать это событие. Ну, просто невероятно. Ибрагим мне сейчас уже сказал, что я могу с семьей свободно посещать отели и пользоваться вот инфраструктурой, что, в принципе, могут каждый... Да, все владельцы у нас... Кто? Да. Это какая-то карточка, да? Черную карту, да. Черная есть... карта. Это вам... Вип-карт. Сауна, хамам, тренажерка, теплый бассейн. Турецкие ночи. Раз в неделю ужин, да? Ну, давай. За турецкую ночь. Турецкая ночь, да, как я сказал, смотрите, какой огромный стол устанавливается для нас, тех, кто спецгости, те, кто купил здесь недвижимость, здесь будет сейчас тусовка, люди потихоньку собираются. Теперь вы стали обладателями черных VIP-карт. Супер. Вот, приходите сюда, вот смотри, вот видишь, охранник. Но. Да, ему показываете. Это действует как это проходилка во все отели. Я обычно говорю просто Ибрагим. Ну, можно и так, да. А что, у тебя нет карты, только две, у меня и у мамы. Ребятки, ну а цену вы узнаете на нашем прямом эфире, где мы будем отмечать покупку квартиры, а также юбилей нашего канала. Поэтому мы всех вас приглашаем на наш праздничный стрим в эту субботу. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии, переходите, чтобы этот стрим не пропустить. Так, ну все, мы счастливые, довольные, это... Идем отмечать это событие. Маринуем миску, чесночочек, соевый соус. Опа, добавляем перчик. Все, все по местам, едем отмечать. Здесь прям как-то по-родному, что ли. Там такие цветы красивые на заборе растут, плантации. Ох, пойдемте подарки вручать. Мирошка, на, русский подарок-то подари. Дима тут уже начал жарить голень. Кто смотрел наш прошлый сезон, вот здесь мы всегда собирались. Мы жили вот в этой вот квартире. Димина квартира вот здесь вот, и мы собирались, короче, здесь весенними, да, вечерами. Прошлый сезон отличался большим количеством пьянок. Подожди, все еще впереди, просто уедешь. В этом сезоне не так много. Да, в общем, на самом деле, ребятки, классно попасть в это большое такое сообщество. Здесь все наши живут ребята. Сколько здесь квартир продается в этом комплексе? В этом мы все продали. А, полностью забит? Да. Тогда не будет объявления, извиняйте. Вот этот волшебный звук. Так, что, маринад от Славяна? Рассказывай. Это Настенка, кстати, делала. Я только шинковал этот, как он называется, чеснок. Какие ингредиенты-то, не знаешь? А соевый соус, чеснок, перец и... И все. А, ну соевый соус, все. Кайф, я тоже так делаю. Нет, а мы вообще ничего не это, никогда лишнего не сыпем. Смотрите, какой у нас прекрасный стол получился. Вот. Вот с таким вот прекрасным видом. Все, ребятки, мы будем садиться отмечать это замечательное событие. Вы пишите свои поздравления в комментариях. Мы рады, просто невероятно. Это, ну знаете как, мечта, наконец-то наша сбылась. Сколько лет мы к этому шли, начиная с 2018 года. Мечтали. И вот сегодня я черканул, поставил подпись. Надеюсь, в конце этого года мы уже получим готовую квартиру. Ну и в любом случае, дальше по порядку будем показывать, как там все строится, как делается ремонт, что мы выбираем, какую мебель и так далее. Короче, это просто круто. Все, ребятки, поздравления от вас.
Жду в комментариях, пишите, будет очень интересно почитать. Ну и, конечно, тем людям, которые писали, вы не все равно ничего не купите, пустослов, ну и так далее, которые люди переходили на личность. Как теперь вы с этим будете жить? Тоже напишите в комментариях. Пока!